Студия, которая обязана своему существованию Майклу Бэю, выпустила сиквел, в котором есть все, чего хотели фанаты. Но вышла лажа. «Черепашки-ниндзя 2. Выйти из тени». Вы хотели больше черепашек? Больше персонажей из мультика? Меньше Эйприл О'Нил? Так получайте. Но всего этого там нет. Потому что когда ленивый сценарист садится писать вторую часть, ничего не меняется. В каждом человеке скрыт ген, который связывает нас с нашими древними предками. Эта лиловая жидкость выявила их истинное место в царстве животных. Хорошее начало, да? Герой в панцире выходит из тени, вооруженный кучей прибамбасов. Кстати, хороший пример того, каких монстров можно делать компьютерной графикой. Мы не монстры. Извини, Майки, но вот это черепаха. И это черепаха. И даже это черепаха. А это монстр. Кто это? Вы увидите, как Майки, Раф, Лео и Дон ладят друг с другом, а простые люди показывают чудеса актерского мастерства ради бабла. Как раз вовремя. Участвовали. Странный ботан. Комико! Трехкратная номинантка на Оскар, которая притворяется, что видит черепашек. И Меган Фокс, которая снова напоминает нам, что она секс-символ для подростков. А куда делись колготки? Это же кино для детей, да? Помните дебют Кейси Джонса в комиксах и в первом фильме? Забудьте, потому что его играет Стивен Амелл. Теперь канонного засранца превратили из Мстителя-убийцы в неуклюжего копа. Для вас, офицер Джонс! И когда-нибудь я стану детективом. Он катается на роликах и не помогает черепашкам. Мне кажется, мы крутые. Да, тебе кажется, но едем дальше, еще не конец. Злодеи тоже отстойные. Крэнк — какая-то розовая херня, с которой Шреддер бегает, как со списанной торбой. Ты откроешь портал, через который я перенесу свою боевую машину! Технодром! Продолжай. Бакстер Стокман не превратился в муху, а Шреддер просто стоит и глазеет по сторонам. Бибоп и Рокстеди круче, чем Ток и Разор. Им крупно повезло. Мама? Мама! Готовы к экшену с черепашками? Его не будет, потому что драк здесь мало. Кульминация происходит на фоне синего вихря в небе, как во всех модных фильмах. Да что не так с 2010-ми? Может, мы уже вернемся к стрёмным латексным костюмам? Пора возвращаться. Это фильм для детей, одновременно тупой и запутанный. Не знаю, что сказать. Но Донателло все равно объясняет все подряд. Компьютер определил местонахождение изотопного состава. Я могу отследить точные координаты Бибопа и Рокстеди. Воздух вокруг технодрома ядовит для всех существ с обычной кровеносной системой. Она готова на 75%. Если мы ее не остановим, она будет готова через 4 минуты. Ультразвуковой сканер показывает, что Бибоп где-то рядом с командным пунктом, до него 200 футов. Да вы по-любому читаете по бумажке, это невозможно знать. Микеланджело продолжает восхищаться, чем попало. Круто! Это потрясно! Потрясно! Обалденно! Нет, Майки, не круто. В ролях. Ару Кусаки, слитый персонаж, Дуэйн Раф Джонсон, Барф Симпсон, Леонардо Ди Каприо, Шелдон Купер, крыса, упс, снова она, работник месяца, Бивис и Батхед, чокнутый профессор, и Пинки и Брейном. Черепашки-ниндзя. Пожалуйста, уйдите в тень. Я так и не дослушал рождественский хип-хоп-альбом! Майки, ты, наверное, забыл?